И снова сарафанное радио сработало не в пользу пенсионеров. Пожилые люди уже второй день обивают пороги комитета по управлению Подунского округа. Все они пришли получить льготы для детей войны. В Совете ветеранов поясняют, никакого официального заявления с их стороны не было. Соответственно, и приглашения на консультации тоже. Специалисты комитета по управлению Подунского округа просят не толпиться у кабинетов. Если какая-то информация по выплате данных льгот появится, они сообщат об этом официально через средства массовой информации.